дорогие, милые мамы, бабушки, те, кто планирует стать мамой, те, кто скоро станет мамой, я от всей души поздравляю вас с Днем Матери. А также хочу вас поздравить с замечательным сегодня праздником Покровом Пресвятой Богородицы. Всех поздравить от души. Это букет мой для вас, для моих подписчиков, либо тот, кто заходит первый раз на мой канал. Пусть вот эти вот красивые цветы подарят вам хорошее настроение. Будьте такими же красивыми, как вот эти нежные цветы. Будьте всегда ласковыми, внимательными, любящими. И пусть мой букет согреет каждое женское сердечко. Пусть будет в вашем сердце, в вашем доме всегда мир, уют, тепло. Всегда, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас было прекрасное настроение, чтобы душа у вас была вот такая красивая, чистая. И сегодня я вот так вас хочу очень сильно поздравить вот такими красивыми-красивыми цветами. Пусть они немножечко скрасят вашу жизнь, украсят, скажем так. А сейчас я вам хочу немножечко прочесть такие стихи. С давних лет, давних веков чтят Богородицы покров, великий праздник православный в сердцах и душах наших главный. Желаю вам, чтоб все сбывалось и чтоб побольше вам мечталось. С праздником, дорогие! С Днем Матери, с Покровом Пресвятой Богородицы. Очень хочется пожелать вам вот этой душевной красоты, тепла в ваших глазах, искренности, нежности, любви. Пусть все задуманные вами какие-то мечты реализуются. Пусть сбываются самые заветные мечты. Очень хочется пожелать каждому и в каждый дом, и в каждое сердце любви, удачи, благополучия и, самое главное, быть всегда верной себе, помогать другим, заботиться о других. И точно так же очень хочется пожелать, чтобы это взаимно было и по отношению к вам. Впереди еще много всего у нас хорошего, позитивного и счастливого. Главное, самому в это верите, и тогда оно все получается. Впереди нас ждет зима, холодные иногда вечера. Но вот этот букет мне хочется вот вам подарить для того, чтобы вот ваше сердечко всегда было это искренность, нежность, доброта. И вот это тепло, которое будет вас греть не только летом, весной, а и осенью прохладной, и зимой. Всем мира, добра, благополучия и просто по жизни удачи. И все будет у нас хорошо. Верьте в это, и все обязательно получится. Вы не одиноки. Все привет от Ирины, Минск, Республика Беларусь. И желаю только самого-самого лучшего в вашей жизни. И огромное удовольствие буду получать от того и знать, и видеть, что вам мой канал позитивный нравится. Еще раз всем мира, добра, здоровья, удачи. И именно так это все у нас с вами и получится. Всем пока-пока!
новых встреч!